Продюсер Олеся Сазыкина вступилась за вдову экс-солиста группы «Иванушки Интернешнл» Олега Яковлева Александру Куцевол, которую на телевидении обвинили в мошенничестве. Спустя 4 года после смерти популярного исполнителя, его сожительница в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым гражданскую жену Яковлева обвинили в мошенничестве по отношению к жительнице Красноярска. В студии заявили, что Куцевол якобы пыталась взять кредит на пенсионерку. Некоторые гости программы принялись заочно осуждать Куцевол, которая не пришла на шоу, однако нашлись и защитники. Среди них выступила продюсер Сазыкина, осудившая ведущего за бездоказательные обвинения. Сильных людей всегда называют либо убийцами, либо мошенниками, либо психически больными. Саше на программе было предъявлено громкое обвинение, но с таким же успехом Куцевол может сказать, что Андрей Малахов до нее домогался. «Тут тоже доказательств ноль», — заявила продюсер. Сазыкина заявила, что Малахов пытается сделать все, чтобы завлечь вдову Яковлева в студию. Она уверена, будь Куцевол состоятельной и популярной женщиной, то телеведущий вел бы себя куда осмотрительнее. Понимаете, если бы Куцевол была любовницей или дочерью какого-нибудь влиятельного бизнесмена, Малахов бы к ней подлизывался. Он страшный лицемер, всегда понимает, где он может выиграть, а где проиграть, заявила собеседница.